разговоров, а мы начинаем. Пришел. Какой тебе Дед Мороз? Вы что, меня не узнали? Выноси из дома ель, в гости едет Дед Похмель, Дед Похмелья. Какой Дед Похмель? Так, я всегда после Деда Мороза прихожу. А чем ты от Деда Мороза отличаешься? Дед Мороз выдуманный персонаж. Он к людям только 31-го приходит, а я здесь аж до 10 января. Потом еще со староверами до 15-го. На светильнике носки Дед Похмель стучит виски. Хе-хей! Дед Похмель, а зачем тебе палка? Это не палка, это посох волшебный. Он может людей находить. А как он может людей находить? Вот так может людей находить. Вот так вот в озере, в проруби. А я Деду Морозу письмо написал. Да сюда. Дорогой Дедушка Мороз, научи меня писать мелким почерком. Ерунда какая-то. Ты закрылся в гараже, Дед Похмель внутри уже. Значит, и напоследок, россияне, люди добрые. Ну дайте отдохнуть чуть-чуть. Кому я это рассказываю? До завтра! До завтра! А наше выступление напоминает мне о том, что нужно подарить подарок. Значит, вот вам коробка конфет, подарите ее Александру Васильевичу. А я пошел за цветами. Ребят, да что ж мы за люди-то такие, а? Да гнилые мы. Ну все, теперь нас Коля и Демис точно убьют. Да что, мы их боимся, весь сезон под их дудку пляшем. Да их сценарий уже себя наизусть знают. Ща выступаем на расслабоне, потому что активировано угля выпил. Всем привет, кривой, косой, хромой, босой! Демис, прекрати, у нас сегодня самая важная игра! Самую важную игру мы проиграли в Словении! Привет, киски! Я люблю заниматься сексом в необычных местах, ну, например, на иранских ядерных объектах. Поет Виталий Пашенко! Я хотел в город въехать на белом коне, но Юрий Лужков запретил это мне. А я уверен, что все будет хорошо, потому что позвонил в колокол, вышел батюшка, сказал, что все будет хорошо. Вы что, конфеты съели? Да! Да. Ой! Вы что, с ума сошли? Мужчина, я извиняюсь, ваш автомобиль с номерами КВН-001. Вы когда парковались, крыло мне поцарапали. Можно было бы отрихтовать, я бы не подходил, но, сами понимаете, ткань. Ну что, на месте разберемся или звонить? Звони. Алло, страховая, это... Это Бэтмен. Нет, 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 как Гусман, только вместо Гус Бэт. Гус Бэт, да, Гус Бэт, да, плохой тренер, сейчас модно так говорить, ага. Да, второй водитель тоже здесь, да, мужчина лет 40, ну плюс-минус 20. Нет, он трезвый, по нему видно, да. Я тоже трезвый, но по мне не видно. Демис, перестань из-за твоих выходок, мы можем проиграть. Так ведь это же прекрасно, Коля. Я всю жизнь мечтал стать чемпионом высшей лиги, а ты хочешь сейчас выиграть и лишить меня мечты? Что? Пойми, этих чемпионов никто не помнит. Помнят только тех, кого засудили. Надо, чтобы нас засудили. Нужен скандал, понимаешь? Я не собираюсь проигрывать. Нам губернатор обещал по машине, если мы выиграем. Я не хочу пересаживаться с Лексуса на Ладу Калину. Пойми, сегодня выиграет самая недальновидная команда. Неправда. Сегодня выиграет команда, которая скажет самые смешные шутки. Вот послушай. Оказывается, футболистов сборной России собирают на автовазе. Прекрати, я слишком молод, чтобы выигрывать. Константин Львович, влепите нам логотип вашего канала, пожалуйста.
Болельщики, киньте в него что-нибудь, у кого-нибудь есть статуэтка? Спасатель из Адлера отбывает срок за то, что делал искусственное дыхание, мешая естественному. Александр Васильевич, объявляйте следующую команду, пожалуйста. Вот еще послушай. Борис Моисеев признался, что Максим Галк... Чтобы вернуть тебя популярным! Отпустите меня! Держите его! Да хотите выиграть, выигрывайте! Я сделал все, что мог. Ты еще смотришь, не до тебя сейчас. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что такая история интересная произошла. Подошел ко мне перед игрой Александр Васильевич. Говорит: Коля, запомни, 25 августа 2010 года в Сочи состоится летний кубок чемпионов. Я говорю: Александр Васильевич, а если мы не станем чемпионами? Он говорит: Коль, летний кубок чемпионов состоится независимо от того, станете вы чемпионами или нет. Спасибо! Какой-нибудь номер в КВН про детский садик, а то я скучаю. Ну что ж, исполняем желание Миши. Итак, новогодний утренник в детском саду. Слушайте, что за ужасный детский сад? Ну это кошмар. А это разве утренник, а? Музыка из магнитофона играет. Не говорите, а вы слышали воспитательницу? Она же хамло! Да вообще, я когда первый раз услышала... Так, бродяги, а ну хорош в раздевалке греться! Пшли вон на теплотрассу! Мы вообще-то родители. А? Чё приперлись? Утренник у детей. И у нас к вам очень много претензий. Почему, например, мой Лёшенька перестал отзываться на свое имя? Кто, Ливер, что ли? Имя еще заслужить надо. Я считаю, что мой ребенок в вашем саду вообще не развивается. Что значит не развивается? Он здесь эволюционирует. Он на меня вчера уже с палкой бежал. И вообще, как вы могли сказать детям, что Деда Мороза не существует? Матерком? Где я тебе возьму костюм Деда Мороза? Ну вы понимаете, они теперь больше не верят в Деда Мороза. Зато они прекрасно верят в говорящую коробку из-под холодильника, из которой с самого утра винищем несет. Да, Федя? Да, и, кстати, советую детей вам забрать сегодня пораньше. Почему? Потому что со сторожем мы планируем уйти отсюда попозже. Да, Федя? Ну что ж, продолжаем читать наши письма. Пишет нам Сергей из Челябинска. У меня в доме постоянно репетирует какой-то мальчик. Он уже всех достал. Не могли бы вы пропесочить эту тему в КВНе? С удовольствием. Итак, обычная московская девятиэтажка. А Ванечка, еще раз. Ла, перекладка, не пересита, предста. Ла, 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 ла. Да, где эта псина? Какая псина? Которая воет тут уже 2 года. Это не псина, а мой мальчик. А, это ты, пузырь? А ну иди сюда! Спокойно, я не поняла, какие претензии. Мне ваш бегемот не нравится, он воет постоянно. Мой мальчик занимается музыкой, а не курит и не пьет по подъездам, как другие дети. Так давайте я возьмусь за вашего мальчика. Я как возьму сейчас. Послушайте, если вот это анатомическое недоразумение будет меня нервировать, я в милицию позвоню. А позвоните. Неудачный блеф. Слушайте, давайте так по-честному. Вы мне отдайте своего пузыря, я вам дрель. Да вы понимаете, что у меня один сын такой на миллион. Он когда поет, стаканы лопаются. Женщины, какие стаканы? Что вы мне голову пудрите? Ванечка, исполни, пожалуйста. Через вселенную я к ней летел. Я здесь.
сказали только стаканы! Сыночек, лежи! А у команды КВН Федор Двинятин перед выпускным разыгралась фантазия. Поэтому в декабре мы решили сделать постановку «Декабристы». Во глубине сибирских руд с Рылеевым мы пили брют. Итак, 1827 год, ссылка «Декабрь, декабристы». Девочки танцуют, ах, ах, мальчики, смотрите, ух, ух. А вы точно губернатор Тобольска? Конечно, топленые персоны. Тут же кроме меня и кабанов людей-то нет. Ну, новенький, надолго вы к нам? Лет на 20. Белье брать будете? Два комплекта. Мы вдвоем приехали. Да ладно! Зовите второго! Не губите, мужики, не губите! Не видали? Здесь этих уссурийских тигров хоть на хлеб намазывай. Какой ты крупный! Это я еще замерз. Князь, а что это вы так долго ехали? Со смазкой не угадал. А вы еще и наглец. Вот были бы вы женщина, я бы вам непременно бы врезал. Зачем на царя-то пошли? Так реклама хорошая была. Это я сейчас понимаю, что надо было на аватар идти. Господа, полно вам! Давайте решим, кто пойдет на мороз лося от качели отрывать. На дорогом порошке сидели царь, царевич, король, королевич. Сапожник, портной не могут себе позволить такой порошок. Товарняк с женами приехал. Разгружай! Друзья, друзья, это жена моя приехала, дорогая Нина Алексеевна. Вот это любовь, представляете? Русская женщина ради своего любимого мужчины столько верст прошла. Видно, есть у нас магнитик. А? Да ты второй комплект ключей забрал. Я домой попасть не могу. Радость-то какая! Новый человек появился, который еще моего танца не видел. Хватит! За ужином покажете. Два раза тогда. Ладно, ладно. Ну, милейшая Нина Алексеевна, изменяли мне в Петербурге-то? В Петербурге нет. А вы? Да как-то не получается. Здесь местное население несговорчивое, а живность больно дикая и резвая. Правду мне мама сказала, надо было тебя бросить. А чё ж ты свою мать не послушала? Послушала. И приехала к твоему другу Рылееву. Опа! Мадам, как вы сюда доехали? На своем красном мини-кучере. Господа, а вы знаете, с чем я медицинский спирт разбавляю? Нет!
песней. На сей раз рождественской. По-моему, нудятина какая-то. У меня аж зубы разболелись. Поесть, 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 поесть. Поспать, поспать, поспать. Это кто? Это наша местная актриса, Ляля синяя. Пардон, мамзель. О, паренек, маме внуки не нужны? Гля, какая бесстыжая! Эх, шубка ты крашена! Почему же крашена? Это мой натуральный мех. Мадам, позвольте. Может, вы споете из своего репертуара? Ну что вы, я права сегодня не в голосе. Да вы права сегодня и не в лице. Ну, раз вы хамите, то и я спою. Декабристы смелые в полоску воротник. У Николая Первого спросили напрямик: с какого парень года, с какого парохода и на каких правах ты занимаешь трон? Господа, мой танец под любую песню подходит. Дорогие, с ним-то все ясно. А вот вас-то за что сослали? А я на параде портрет Сталина нес и на голову царю обронил. Это где же вы, голубчик, портрет Сталина взяли? А в местном театре. Там спектакль про будущее ставили. Да, интересно, какое же оно будущее? Музыкальное домашнее задание. Последний звонок. Команда КВН «Прима», Курск. Как известно, под Новый год происходят чудеса. И вот команда КВН «Прима» выиграла в лотерею, о чудо, 1 миллион долларов. Итак, президентский люкс. Эй, парни, давай заходи! Ну вот, здесь мы сегодня отметим наш КВНовский выпускной и Новый год. Саня, ну ничего себе, ты дорогущий номер взял! Да ладно, денег куры не клюют! Такой праздник закатим! Значит, смотрите, сейчас нам принесут омаров и вдову Клико. О! Вообще-то это вино такое. О! На что-то не хватает. Знаете, вот хочется какой-то по-настоящему волшебной новогодней сказки. Да не проблема, сейчас мы тебе такую сказку забабахаем. Итак, Новый год, квартира, Курск. Сказка начинается. Дорогой, дорогой, по-моему, у меня начинаются схватки. Ой, что же делать? Что же делать? Надо в скорую звонить. Алло, Ленина 35, скорее! Ну что? Ну, по закону должны приехать через 15 минут. Через сколько? Откуда такие цифры? Новый год, пробок нет. И потом, мы же скорая, нас же все пропускают. Так, Николай, вносите. Ой, а это что? Как что, медикаменты? Вы же не сказали, что с человеком. Поэтому у нас тут на всякий случай и донорские органы, и кровь редких групп, и дорогостоящие американские препараты. Или вы что думали? Мы на вызовы с одним градусником и активированным углем ездим, что ли? А квартирка-то, я вас смотрю, ничего. Ну, мы ж учителя. А, ну тогда понятно, конечно. А где у вас можно руки помыть? Вот, пожалуйста. Ой, по-моему, у вас тут трубу прорвало. Да ничего страшного, сейчас сантехнику позвоню. Не надо звонить! Не надо звонить! Я слышу течь!
Давление в трубах упало, я сразу к вам. Ну, где работа? Вот, только делайте на совесть. Что? Вы сомневаетесь в моих способностях? Да я 3 года этому учился. Или, по-вашему, на что? ПТУ дебилов выпускает, а? Извините, я не хотел обидеть. Может, за праздник... Вы что? Новый год ведь? Пост. Здравствуйте. А вы кто? Я директор детского садика номер 122. Но у нас еще никто не родился. Я понимаю. Но наш детский сад хотел бы заранее встать в очередь на вашего ребенка. Ну, как-то рано. Все мы взрослые люди. Ну ладно, записывайте. Ой, спасибо вам огромное. Я просто не знаю, что бы я без вас делал. Спасибо. Друзья, а Новый год-то уже наступил? С чего вы взяли? А вы прислушайтесь. Там, на улице. Слышите? Русь гуляет. С Новым годом! С Новым счастьем! О! Ну, парни, класс, действительно. Не сказка, а просто чудо какое-то, да. Сань, там счет принесли за номер, надо бы оплатить. Да в чем проблема? Толян, доставай сумку с деньгами. А нету сумки. Как нету? Мы же ее на вокзале отдали. Сказали, береги, как зеницу ока. Да я не виноват. Я целый день с нее глаз не спускал. На секунду отвернулся с цыганами поболтать. Поворачиваюсь, беру сумку, отдаю им, все. Вот что теперь делать? Да я знаю, что делать. Отменяем вдову Клико, звоним вдове Толика, потому что его сейчас реально только чудо спасет. Или тихо, чудо? Тихо, вон. Кто там? Ребята, к вам, о чудо, президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич, а что это вы здесь делаете? Это что вы здесь делаете? Это вообще-то президентский номер. Ну а у вас тут как бы домашнее задание музыкальное. Прекрасно. Может быть, что-нибудь споете, сыграете, например, вживую? Не, было бы здорово, но мы ж не готовились. Где ж мы сейчас музыкальные инструменты возьмем? Действительно, проблема. Ахалай, махалай.